здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Руслан Зоркий. Мобильность, автономность, независимость – это то, без чего становится трудно достичь успеха в нашем современном мире. Сегодня мы хотим рассказать о микроскопе Bresser Biolux Touch LCD, который поможет приблизиться к достижению успеха каждому, кто не только интересуется современными достижениями микробиологии, но и хочет проводить собственные исследования в этой увлекательной области знаний. Микроскоп поставляется в транспортной картонной коробке, внутри которой находится еще одна, но уже красочная подарочная упаковка. Откроем эту подарочную коробку и ознакомимся с ее содержимым. Кроме самого микроскопа, отметим достаточно богатый набор дополнительных аксессуаров, а именно комплект чистых предметных и покровных стекол, 5 готовых препаратов, бутылочка со смолой для закрепления самостоятельно приготовленных препаратов, морская соль, комплект для разведения креветок и дрожжей, набор инструментов для препарирования, в числе которых имеется микротом для получения тонких срезов, а также адаптер питания, USB-кабель для подключения микроскопа к компьютеру и пылезащитный чехол. Сам прибор представляет собой учебный биологический микроскоп. Сразу бросается в глаза наличие небольшого дисплея. Именно он заслуживает особого внимания и выделяет этот микроскоп среди его собратьев. Но обо всем по порядку. Как видим, микроскоп поставляется в собранном виде. Для приведения его в рабочее состояние достаточно подключить его к сети электропитания, включить дисплей, а также необходимый модуль освещения. Корпус микроскопа выполнен из металла. Основание вместе со штативом представляет собой цельное литое изделие, к которому крепятся остальные узлы микроскопа. Микроскоп оснащен 3 объективами кратностью 4, 10 и 40. 40-кратный объектив имеет подпружиненную оправу. Как и в большинстве биологических микроскопов, объективы вкручены в револьверную головку, поворотом которой осуществляется их смена и, как следствие, смена увеличения. Заметим, что посадочный диаметр объективов имеет нестандартный размер, поэтому при необходимости заменить их на более совершенные будет невозможно. Предметный столик данной модели выполнен из пластика. Ближе к стойке штатива предметный столик имеет отверстие с резьбой. Вероятно, они служат для крепления механизма плавного перемещения препарата – микрометрических суппортов. Но в комплекте они не предусмотрены, покупаются отдельно. Поэтому фиксация препарата осуществляется при помощи металлических подпружиненных лапок. Снизу столик оборудован колесом светофильтров и диафрагм. Светофильтры помогут сделать картинку более контрастной, а диафрагмы помогут настроить равномерное освещение поля зрения микроскопа. Настройка резкости изображения осуществляется путем перемещения предметного столика вверх или вниз при помощи специальных рукояток, расположенных по бокам в нижней части штатива. Данная модель не имеет механизма тонкой фокусировки. Тем не менее, фокусировка выполняется плавно, так что не возникает сложностей даже на большом увеличении. Микроскоп оборудован 2 модулями освещения – нижним и верхним. Верхний модуль применяется для наблюдения непрозрачных образцов в отраженном свете. Отметим, что такие наблюдения возможны только с объективами 4 и 10 крат. Наблюдение в проходящем свете, а этот метод наблюдения является основным для биологического микроскопа, таких ограничений не имеет. Кроме того, в некоторых случаях бывает целесообразным применение смешанного освещения. Яркость осветителей имеет независимую регулировку при помощи специальных маховиков, расположенных сбоку на основании микроскопа. Эти же маховики служат и для включения и выключения соответствующего модуля освещения. Питание микроскопа осуществляется от сети 220 вольт при помощи адаптера, идущего в комплекте, для подключения которого на тыльной стороне основания есть специальное гнездо. Питание от автономных источников электрической энергии
не предусмотрено. Ну вот и пришло время подробнее рассмотреть основную изюминку этой модели, а именно систему визуализации и фиксации изображения. Она представляет собой несъемный блок, содержащий в себе встроенную цифровую камеру высокого разрешения в 5 мегапикселей и жидкокристаллический сенсорный дисплей с диагональю 4,5 дюйма. Справа на корпусе дисплея расположена кнопка включения питания. Слева находится слот для установки SD-карты, разъем USB для подключения микроскопа к компьютеру и выход на телевизор. После включения питания на экране появляется экран приветствия. Спустя несколько секунд микроскоп готов к работе, а на экране дисплея появляются следующие элементы управления. Коррекция экспозиции, таймер серийной съемки, баланс белого, выбор разрешения изображения, съемка, выбор режима фото или видео, настройки, просмотр файлов на флеш-накопителе, кнопки масштабирования отснятого изображения. Для оценки возможностей прибора посмотрим, как выглядит тонкий срез стебля соснового дерева из нашего стандартного набора препаратов. Применим различные увеличения. В целом картинка хорошая, достаточно резкая и контрастная. Заметим, что при наблюдении в реальном времени заметен шум матрицы цифровой камеры, но на отснятых фото шума не видно. Также присутствует неравномерность освещения образца по полю. В центре поля зрения яркость заметно выше, чем на краях. Возможность наблюдения в отраженном свете значительно расширяет функционал биологического микроскопа. Так выглядят кристаллы сахара и соли. Фрагмент денежной купюры показывает интересные детали ее структуры. След от авторучки на листе бумаги. Подводя итог, можем сказать, что в целом модель заслуживает твердых 8 баллов из 10. Неравномерность освещения по полю – это вполне нормально для учебных микроскопов такого класса. На первый взгляд, цена кажется несколько завышенной. Но если учесть камеру с разрешением 5 мегапикселей и встроенный дисплей, то цена может быть вполне оправданной. Не будь дисплея, для работы микроскопа был бы необходим компьютер или ноутбук, а это дополнительная статья расходов. Итак, микроскоп Bresser Biolux Touch LCD вполне можно рекомендовать как для школьных кабинетов биологии, так и для домашней лаборатории юного любителя микробиологии. С таким прибором изучение школьного курса биологии превратится в увлекательное путешествие вглубь строения живой материи. И не только. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Mm-hmm.